Но в последние годы потепление изменило их мир, сократив доступное время охоты на льду. Пока большинство медведей залива охотилось на морском льду, небольшая группа беременных самок осталась в глубине суши. Эта одинокая мама вырыла логово для себя и двух детенышей. Ее связь с самцом в прошлом году привела к рождению близнецов.